сейчас мне уже надо собираться и идти на автобус. Автобус у нас по вот таким вот билетикам, это 9 евро тикеты. Они покупаются, получается, за 9 евро и на целый месяц. Это очень удобно, и там ездит машина, поэтому я надеюсь, вы поймете, почему так громко. И на все виды транспорта. Поэтому это очень классно. Это автобус офигевший, это из поезда. Вайспан. I don't know. I want to feel. Remember this moment. Oh, yes. Здесь вот такие вот прекрасные уточки. Смотрите. Итак, ребята, у меня уже закончились уроки, и вы видите, я думаю, в каком прекрасном месте я нахожусь. У меня осталось еще немного времени до поезда. Он будет в 21 минуту. Он ходит в каждую 21 минуту, каждый час. И именно поэтому я гуляю здесь. Сейчас очень жарко. И это просто прекрасное место. Здесь очень много тени и всего такого, поэтому... Thank you.
сейчас, чтобы вы понимали. 23:50. Это по киевскому времени. В Германии сейчас 22:50. Но без разницы. На этом я буду заканчивать видео. Если оно вам понравилось, то поставьте ему лайк. Подпишитесь на мой канал. А с вами была я, Марина. Всем удачи и всем пока. Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits.